Ну, все, меня забрали, едем дальше по точкам. Хотела еще выйти в Рамаяне, ну, решила, что слишком много для меня это будет. Поеду назад, отдали. Еще что-то строят. Четыре часа это два. Взять я бы могла тут побыть еще полчаса. Пересела синей линии на красную, поехала по городу. Все, мне рассказали тут. Пересела в этом, лишь бы мне потом этот терминал довез. Предупредили, что есть в машине нельзя. Куда-то свернули, поехали не по прямой. Сейчас скажут, куда мы прям. Музыка закончится. Ну вот, первая у нас остановка терминал 21, мы приехали. Я тут 100 раз уже приезжала, теперь я поеду дальше по городу. Что-то не рассказывают. А здесь возле ярмарка. А здесь ярмарка еды идет. Ой, кокос хочу. Да кто хочет купить, может и выйти. Я наоборот тут садилась 2 дня. Сегодня 3-й. Я хочу ехать дальше.
кто приедет, зайдут. Вот гейт один написано. Вот сбоку стойка, там продают билеты. 800 на 1-2 дня. На 1-2 дня 800. И 1000 на 3. С ума сойти. Ни разу не видела, что фонтан. Сколько дней приезжаю сюда, ни разу фонтана не видела. Но это вообще... На набережной находимся. Вот прямо от нас расширили пляж. Лежаков много, кресел много. Можете их арендовать. Есть где поесть. Также здесь водное развлечение, водный банан, водный мотоцикл. Набережная, также вон какая красивая вечером прогуляться. Но здесь столько лодок, я думаю, здесь не очень чистая будет вода. Только лодок, значит, здесь есть масло. Сандалей, вот оно, Сандалей. Что-то про него рассказывали. Фаткуко. Здесь. А дальше справа направляемся на север. Сейчас узнаем, куда мы. Музыка замолчала. Нет, я думала, будет рассказывать. Ничего подобного. Сыван и Лыван на каждом шагу. Топс Дейли, вон. Это вместо Фэмили Март. Севен Сия, Си Мари. Ага. А это что? Какое? Старбакс, кто любит кофе. The Buy. Sixty Buy. Бар. Sixty Buy какой-то. Класс. Справа от меня мемориал короля Таксина. Какой? Вот это лошадь, что ли? Памятник королю. А, вот он там. Вот он. Вот он, вот он в этом, в домике. Одна из самых уважаемых святей. Слева Хард-Рок Паттайя. Где он? Четвертый из 15 отелей всемирной сети. Монталей. Ресторан, сифуд. Не увидела я север этот. Палос. Твин Палос Резорт. О, тут как здорово, я бы пожила тут. Но здесь цены, говорят. Хард-Рок, вот он, Хард-Рок. Империал Паттайя отель. Отель на берегу, первая линия. Сео-терраса. Сео-терраса. Морская терраса. Пасайя бич. Айя Пасайя.
это он далеко светится. Видишь? А здесь для чего тебе сидеть, если никого нет? А, чтобы мужики спали, это понятно. А я для чего? Камикадзе. Блин, топ стояли опять. Было. Снимать тут денег, поискать. Тут вообще, наверное, дорого. Вот он, Хилтон Паттайя. Ему вот дали самый высокий знак. Вот центр этот фестиваль Бич. Центр фестиваль будет завтра, послезавтра. Фестиваль фейерверков. Я бы сейчас вышла, пошла делать симку и не поехала бы дальше туда. Спать хочу. Надо выспаться как-то. Завтра высплюсь, завтра утром не побегу на море, так как я завтра с обеда зависну тут на пляже Джентьен. Буду ждать фейерверки. Мы начали движение вроде бы. Это улица пешеходная, но она не закрыта. Днем движение происходит. Днем модные магазины одежды, рестораны. А после 6 она становится пешеходной. Девочки, мальчики, что вам больше нравится. Также здесь множество представлений. Представление прямо на улице устраивается. Вот он мой забор, от которого я езжу домой. Вот тут сажусь и поехала. Вот выхожу на Русской улице. Парадис отель, а мы едем дальше. Тут я езжу каждый день. Джентльмен влево, протомнат вверх. Не знаю, я же езжу не наверху. И сейчас мы приближаемся к холму Протомнак. Протомнак означает дворец.
После холма Большого Будды меня довезли до Русской улицы, и я пошла к себе домой отдыхать.